Привет, Лара. Привет, Зип. Thank you.
Привет, Лара. Привет, Зип. Вот это неплохо. Вот это я могу передвинуть. Это механизм. Возможно, это нужно передвинуть. Силам их сдвинуть.
Это механизм. Вот это неплохо. Вот это я могу передвинуть. Можно передвинуть. Hmm.
Какая потрясающая конструкция! Это можно подвинуть. Thank you.
Можно разбить. Это механизм. Какая потрясающая конструкция! Эй, ты уверена, что эти пули не срикошетят от той хреновины и не прервут мою короткую, но многообещающую жизнь? Разрывные пули, Алистер. Они, по сути, попадают прямо в пол. Я ведь обещала, что предыдущий инцидент не повторится. Ты же не будешь выходить наружу? Нет, пока внутри еще так много интересных темных местечек. Твой энтузиазм воистину вдохновляет меня, Лара. Не иронизируй, Алистер. Это нечестно. Думаю, нет смысла предлагать тебе помощь в менее замысловатой манере. Вообще-то я не слышала твоих предложений ни в каком виде, даже замысловатых, но все равно спасибо. Только если будет нужно. Я попросил Уинстона приделать для тебя ручку, но он даже не удостоил меня ответом. Кажется, он подумал, что это был риторический вопрос. Над водой две сестры поворачиваются спиной друг к другу, оставляя обходные пути незащищенными. Прелестно.
Во дворце знаний лазурный, топазовый, зеленый и гранатовый тома по очереди откроют свои тайны. Великолепно. Ты выслеживаешь еще одну бывшую подружку? Я предпочитаю считать себя ангелом-хранителем. Над очагом появится лик, и если к нему быстро прикоснуться, управляющий восстанет. Очень весело. Есть интересные новости? Пока нет, я над этим работаю. Афина повернется лицом к солнцу, и золотой лавр засияет в его лучах. Почти все понятно.